На улице Комиссарова, перекресток с проспектом Бухар-Жерау, светофор не работает. Ну и причина может быть серьезная, но дело не в этом. Если светофор не работает, надо же как-то эту проблему решать. Вы поставьте человека с палочкой сюда. У меня такое подозрение, что это будет бесконечно. Сейчас будем делать таким образом. И будем вот здесь разворачиваться, чтобы уехать на улицу Комиссарова. Здесь тоже светофоры не работают. А здесь будем уже, что называется, в лоб идти. Это мне уже помогает здесь. Здесь еще не помогает. Ну а здесь вот помогли. Спасибо, ребята. Вот так вот и катаемся. Небольшие приключения в период отсутствия светофоров. Ну а где наши гаишники? Ну вот, пожалуйста, говорю, они там сидят в машинах в теплых. Ну теперь на Комиссару можете с дворы проехать, так короче. Эх, ребята, ребята. Дорожная полиция. Прошло полчаса, светофоры так и не зажглись. Доблестных блюстителей дорожной службы и порядка не видно. Но здесь ладно, еще можно как-то проскочить, пожалуй. А там, на том перекрестке. Сейчас глянем. Ну, все в том же виде и здесь. Это еще люди с работы не едут. Машина ДПС тут проехала только что, фонарики включила. Вот такое подозрение, что по делам едут. Здесь им делать нечего. Ну, вот пешеходы бедные тут перебегают каким-то образом. Кто посмелее выезжает поперек потока. Ну и все, пробка начинается. ГАИшники, ДПСники, ау. Когда вы очень нужны, вас нету. О, сдвинулись с места. Ну, сейчас будет тут дальше кавардак. Если светофоры не будут работать. Ну что ж, пожелаем поменьше таких проблем всем. А вообще как-то машина разъезжается без светофоров, без гаишников, ДПСников. Есть же такие города очень большие, где такого добра почти нет. Ну, по крайней мере, светофоров. Хорошая экономия будет. Сами разберутся, куда ехать. Есть предложение для нашего президента и руководства. Убрать эти службы. Что и они есть, что их нету. Вот видите, как люди вынуждены ездить, чтобы куда-то попасть. Плюнул мужик, говорит, сейчас через тротуар все.
буду возвращаться домой. Да. Да. Ночь такая. Развлекаловка получается.